Первый фильм в Южной Африке сняли спустя 6 лет после премьеры «Братьев Люмьер» в Париже. Уже через 4 года в Йоханнесбурге открылась киностудия «Киллари Филмс», специализировавшаяся на кинохронике и документальном кино. Чаще всего картины рассказывали о завоевании ЮАР бурами и англичанами. Фильмы с антирасистской тематикой на экран не выходили. Ситуация изменилась после отмены режима апартеида. Режиссеры получили свободу слова и право экспериментировать. Сегодня здесь снимает по 12-13 картин в год. Некоторые составляют конкуренцию голливудским блокбастерам. В 2005 году сразу два южноафриканских фильма претендовали на «Оскар». Премию получила кинокартина Гэвина Худа «Цоци», рассказывающая о парне-воре из бедного района. Судьба подкинула ему испытание, оставив на сидении его машины младенца. Нередко и голливудские режиссеры снимают кино в ЮАР. Действие в фильме «Район номер 9» разворачивается в Южной Африке. В 2004-м в Йоханнесбурге прошли съемки фильма «Отель Руанда», в котором сыграли известные южноафриканские актеры. Есть в ЮАР и собственная кинопремия «Золотые рога». Ежегодно в Дурбане проходит крупнейший на юге Африки международный кинофестиваль. А в Кейптауне строится свой Голливуд – DreamWorld, город-киностудия стоимостью 500 миллионов рандов. We'll be right back.